Катар на деловой встрече в Баку представил начальник управления бизнес-развития шейх Абдул-Азиз Али Аль-Тани. По его словам, страны имеют хорошую базу для развития товарооборота. В начале текущего года в рамках визита в Баку эмира Катара стороны подписали пакет межправительственных соглашений по расширению и укреплению двусторонних отношений. Азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра экономики Ниязи Сафаров. Он провел презентацию инвестиционных возможностей страны. О нововведениях в области развития бизнеса катарских партнеров проинформировал президент Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций Руфат Мамедов. Мы предлагаем нашим катарским партнерам ряд направлений, ряд даже конкретных проектов, которые мы подразумеваем, могли бы быть интересны для наших катарских партнеров. Это в первую очередь традиционные направления, такие как сельское хозяйство, пищевая промышленность, это машиностроение, химия, нефтехимия, это и информационные технологии, туризм и так далее. В этой связи особое внимание было уделено Сумгаитскому химико-промышленному парку. Специализированный индустриальный комплекс предлагает минимум риска при больших возможностях. И здесь незаменимую роль в отношениях Азербайджана и Катара будет играть создание совместной экономической комиссии. Фарида Ашалова, Эльвин Гаджалиев, CBC.